Приветствую вас. Я думаю, что один из ключевых моментов, которые вам нужно понять, заключается в том, что не вы отвечали за условно свое появление на свет. И не вам решать жить или умирать. Вот. Поэтому я полагаю, что данный вопрос простым таким логическим путем снимается. Вот. То, что вы считаете, что вы должны умереть, к примеру. То, что вы считаете, что вы должны умереть, к примеру, это совсем не то же самое, что, условно говоря, иметь на это право. То, что вы считаете, что вы должны умереть, это совсем не то же самое. Вы говорите, что у вас есть разочарование в людях, вы говорите, что вы разочарованы в людях, вот. Возможно, это так, то есть, ну, возможно, вы действительно разочарованы в людях, но правда заключается в том, что дело не в людях, а в вас. То есть люди попадаются вам не случайно. Такие, в которых вы разочаровываетесь. То есть вы, по-видимому, хотите разочаровываться в людях, по-видимому. Вам, по-видимому, хочется разочаровываться в людях. Вот. И, соответственно, у этого тоже есть какие-то свои причины, вероятно. То есть, ну, есть причины, по которым вы хотите в людях разочаровываться, есть причины, по которым вы это делаете. Вот. Я думаю, что осталось только в данный момент понять, вот. В целом вы не написали вопроса своего, да, то есть в целом непонятно, что вы хотите, но я думаю, что если сейчас вы ориентированы на других людей и не видите смысла своего, ну, смысла своей жизни, вот именно своей жизни вы не видите, то вам можно помочь его найти, вот, для начала. И самое, что главное, важное, это то, что, как я уже сказал, вы не ответите за то, жить вам или нет. То есть снимите с себя этот совершенно непосильный для вас груз, который вы держите на себе. Вот. Абсолютно совершенно непосильный груз. Снимите его. Вам он не нужен, вы за него не в ответе, как бы, вот, вы не отвечаете за него. С другой стороны, можно было бы разобрать, откуда у вас вообще такие мысли возникают. То есть, ну, как появились мысли о том, что вы можете покончить жизнь, например, самоубийством, да. Вот. То есть это можно разобрать, поискать, посмотреть. Как правило, в основе этого лежат отношения с родителями,
что это родительская такая вот позиция, что я должна умереть. Вот. Хотя в действительности это, конечно же, не так. Вот. Но вы просто забыли свое чувство, которое, защитное чувство, которое возникало тогда. Вот. Но напомнить его вам можно, в этом нет ничего сверхсложного. Вот. Как о том, чтобы научить вас заботиться о себе, уважать себя, любить себя, оценить себя, принимать себя, потому что одна из причин, по которым вы хотите покончить жизнь самоубийством, заключается в том, что вы себя не принимаете. То есть вы считаете себя, какой-то, может быть, плохой, может быть, какой-то неправильный. Вот. То есть, повторюсь, один из ключевых моментов здесь, это переориентирование с себя, с других людей на себя. Вот. Это очень важно. Я серьезно вам это говорю. Очень важный момент, чтобы вы были ориентированы вот, исключительно на себя только. Для этого нужно себя принять, да, для этого нужна определенная работа, вот, но вот. Если у вас не сложились отношения с молодым человеком, то это лишь только означает, что молодой человек вам не подходил, и, в общем-то, это значит, что даже хорошо, что у вас ничего не сложилось, потому что в противном случае вы бы страдали. Ну, то есть, может быть, какое-то время вы бы вместе еще бы и были, да, вот, но потом обязательно расстались бы, скорее всего, потому что не подходили друг к другу, вот. То есть вот в целом именно так можно ответить вам на ваш даже не вопрос, который вы задаете, а текст. К сожалению, вопроса вы никакого не задаете, что, в общем, печально. Вот. Ну, такое впечатление, знаете, что вы хотите от нас какую-то поддержку услышать. Вот. Значит, условно давать добро на то, чтобы вы покончили жизнь самоубийством, мы не будем, вот, помочь вам разобраться с вашими трудностями можно и нужно, то есть с этим мы могли бы помочь вам, вот. С этим можно было бы вам помочь. Если, конечно, у вас есть желание. Вот. Потому что я понимаю, что, возможно, вы этого не хотите. Вот так. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что хоть немного для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы, или если вы захотите поговорить о чем-то, да, вот, обращайтесь. Буду рад вам помочь, буду рад с вами поработать и буду рад
избавит вас от тех страданий, которые сейчас вы, ну, испытываете. Вот. Мне кажется, что вам, ну, достаточно трудно, потому что есть такое ощущение, да, что я могу вот, как бы, ну, все решить, я могу все убраться, я могу сделать так, что моей жизни больше не будет. Вот, это иллюзия. Как я и сказал, это иллюзия. Надеюсь, вы поняли, что не вы отвечаете. Вот. А подумайте, что вы в себе не принимаете, да, и подумайте, каковы причины разочарования в людях. То есть, почему у вас эти, вот это вот разочарование в людях имеет место быть? Из-за чего оно, это разочарование в людях? Что вы хотите, что за ним стоит? Что стоит за вот этим вот разочарованием в людях? Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.